Летний лагерь «Солнышко» при 19-й школе уже далеко не городской. С северодвинскими школьниками здесь восстанавливают зрение ребята из других городов северо-запада. В этой смене ученицы из Новодвинска и Гаджиева Мурманской области. А в прошлом году здесь улучшал здоровье норвежский школьник. В Северодвинске у него живет бабушка. Мама говорит, что здесь очень хороший лагерь для коррекции зрения, поэтому нужно ездить сюда каждый год. Я уже здесь 5-й год. Было -2, и потом стало, по-моему, 1 уже. Лагерь при 19-й школе открыли в 1984 году. Тогда правком «Звездочки» приобрел комплект оборудования для специальной гимнастики глазных мышц. С тех пор каждое лето зрение десятков учеников доводят до 1. Ежегодно приобретается и новое оборудование. Сегодня в распоряжении школьников не только оправы со специальными линзами, но и восстанавливающие компьютеры, электронные приборы для релаксации глазных мышц и точной диагностики остроты зрения. Мы со своей стороны будем, конечно, поддерживать и оказывать всяческую помощь для того, чтобы максимально ребята наши оздоравливались и к новому учебному году пришли с хорошим зрением. В этом сезоне программу санаторно-оздоровительного лагеря «Солнышко» разнообразят занятия на пришкольной спортплощадке. Правда, ее придется подремонтировать. Глава города дал соответствующие поручения. А свое 30-летие «Солнышко» отметит в первые дни июля. Ой, молодец. Ha 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 ha.